Если кофе нельзя, но очень хочется. Запоминаем всего лишь 5 специй, которые нейтрализуют негативное влияние кофеина на организм и заставляют кофе работать на нас. Черный перец. Черный перец оказывает сильно очищающее действие на систему пищеварения, выводит токсины, улучшает обмен веществ, стимулирует работу желудка, является антисептиком. Добавляйте его в горячий кофе по 1-2 горошинки, дайте настояться. Кардамон. Действует успокаивающе, укрепляет желудок, рекомендуется добавлять в кофе коробочки кардамона или свежий порошок. Придает кофе особый неповторимый аромат за счет действия эфирных масел. Гвоздика. Стимулирует кровообращение и снижает кровяное давление. Эфирные масла гвоздики придают кофе аромат, способствуют снижению негативного действия кофеина. Добавляйте в горячий кофе 1 головку гвоздики и дайте настояться. Корица снижает закисляющее действие кофе на организм. При приготовлении кофе можно добавить порошок корицы или целую палочку, просто опустив ее в горячий кофе. Имбирь успокаивающе действует на нервную систему, способствует снятию боли и спазмов, стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. При варке кофе можно добавлять немного порошка имбиря или маленький кусочек свежего корня. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья!